Вот они вмятинки, хорошо видны в дефектовочном экране. Пять штучек. Нет, шесть. Вот она, шестая. Какие-то поменьше, какие-то побольше. Ну, как говорится, делать надо все. Путаем клеем обратным молотком. Вот такой вот простенький. Мало или мало точек. Майданчина справляется со своими обязанностями на 5. Ну, вот, выдернулась вмятинка посередине, еще между бугорками есть вмятина, но она вышла. Сейчас разбиваем и еще раз предстоит поддернуть. Следующая вмятинка, ну тут она даже немножко на рубец похожа. Вот рядом еще две штуки, я их только чуть-чуть подпробил. Ну вот, успешно. Ну, вот очень хорошо вышло. Начинаем ее разбивать. Ну вот смотрим. Чуть-чуть осталось, еще чуть-чуть подернуть. И еще одна. Вот здесь рядом. Отчетливо видны бугорки. Сейчас их забиваем. Солнышко, Женечка, с дядей Витей попрощаться пришла. Да нет, просто пока нас не было. Вот тут еще немножко дернул. Витё, садись в машину. Там ложбинку вот это надо было тоже чуть поднять. Сейчас будем все это дело пробивать. Ну вот они. Поплеваться больше не будет? Не знаю.